воскресным днем, дорогие братья и сестры! Сегодня мы слышали довольно заветные слова, и сокровенные слова, и тайные слова, которые отнесены самому Господу нашему Иисусу Христу. «Ты священник вовек по чину Мелхиседекову». Это действительно очень важные слова, дорогие братья и сестры, потому что они касаются такой важной темы, что Иисус Христос есть первосвященник Нового Завета. И вот давайте с вами вспомним, мы поразмышляем над этими словами, и вспомним, где мы с вами слышим о священнике, о царе Салимском Мелхиседеке. Открываем с вами Священное Писание, и на страницах Ветхого Завета как раз мы видим этого персонажа. Когда патриарх Авраам встречает царя Салимского и Мелхиседека, священника, принимает от него хлеба и вино и получает благословение от его именем Господня Вышнего. И вот, дорогие братья и сестры, больше упоминания Мелхиседеке мы с вами на страницах Библии не находим, кроме 109-го псалма. Это специальный псалом, это мессианерский псалом касательно откровения о Господе нашем Иисусом Христе. И там написаны такие строчки: «Клялся Господь, не раскается, ты же священник вовек, по чину Мелхиседекову». Вот это в очередной раз апостол Павел открывает нам тайну о Господе нашем Иисусе Христе через образ священника Мелхиседека. Вот Мелхиседек сам по себе переводится как «царь правды». А кто, как не сам Христос, есть царь правды? Мы же с вами снова обращаемся к страницам Священного Писания, и там находим, что сами пророки говорят, что ты есть солнце правды. И же праведен Господь Бог наш, ибо правда созерцает лица Его, и праведников Он не убоится, и праведники не убоятся ничего. Вот, дорогие братья и сестры, снова обращаю ваше внимание, ведь Мелхиседек – это еще кто? Царь Салимский. Салим – это древнее название города Иерусалим, а Иерусалим, мы с вами знаем, это столица иудеев. И вот в этой связи снова обращение здесь, отношение непосредственно к Иисусу Христу. Иисус Христос, на Его кресте мы видим табличку, которую прибивают. Там написано «Царь Иудейский». И снова обращаю ваше внимание, Салим еще и переводится как «мир», то есть Мелхиседек – это царь мира. И вот в данном случае снова обращаем ваше внимание на Священное Писание. Сам пророк Исаия в своих мессианерских пророчествах о Господе нашем Иисусе Христе говорит заветные слова: «Ты же есть князь мира». Сам апостол Павел продолжает эту тематику и пишет: «Ибо в нем наш мир». И вот дальше, дорогие братья и сестры, немаловажную деталь, на которую я обращаю внимание, что царь Салимский Мелхиседек, он еще и священник. И вот, используя образ этого священника, мы с вами точно понимаем, что Христос есть священник, великий священник, который только может быть в этом мире на все времена. Мы с вами знаем, что слово «священник» означает что? Это буквально тот, кто приносит жертву. А Иисус Христос и есть тот, кто принес великую жертву. Это тот, кто в данном случае эту жертву принес, и эту жертву мы с вами знаем, это кровь Его. И, дорогие братья и сестры, в этой связи обратите внимание, что сегодняшнее апостольское послание не случайно на сегодняшнюю неделю крестопоклонную, потому что имеется непосредственная прямая связь, потому что поднимается самая важная тематика – священник и жертвенник, они тесно связаны. Там, где есть священник, там всегда есть жертвенник. И вот обратите внимание, опять-таки обращаясь к Священному Писанию Ветхого Завета, мы с вами слышим про ветхозаветный жертвенник. Господь повелевает Моисею соорудить жертвенник, осветить его и осветить на нем все предметы, которые находятся. И тут же Господь говорит: «И будет святыня великая, и все, что коснется ее, будет освящено». А в этой связи давайте с вами вспомним, а что является новозаветным жертвенником? Это крест Христов. Потому что, дорогие братья и сестры, на нем совершена великая жертва принесена. Та жертва, которая нас что? Освящает. Та жертва, которая нас освобождает от пленения ада. Та жертва, которая нас просвещает. Та жертва, которая дает нам залог спасения и жизни будущего века. Та жертва, которая примиряет нас с Богом. И та жертва, которая дает нам благодатные силы. И вот, дорогие братья и сестры, в этой связи обратите внимание, если ветхозаветный жертвенник, Господь говорит, все, что прикоснется его, осветится, то крест, поскольку это новозаветный жертвенник, все, что прикоснется его, то и осветится. И вот не случайно священники нам всегда выносят с вами крест, не для того, чтобы мы только вспоминали Иисуса Христа, не для того, чтобы мы с вами помнили о его страданиях,
а в то же время для того, чтобы мы имели возможность, прикасаясь к этой святыне, осветиться. Современные богословы так и говорят, что религия, православие – это религия священного материализма. Что это означает? Да потому что Господь дискает конкретные предметы материальные, дарует свою божественную энергию, свою благодать через иконы, через крест Христов, через таинство Господь дарует свою божественную силу и благодать. Вот, дорогие братья и сестры, такие размышления на сегодняшнее апостольское послание. В очередной раз мы сейчас с вами будем снова подступать к святыне, Господу нашему Иисусу Христу. И вот сегодняшнюю тематику, которую мы с вами затронули, которую говорит нам апостол Павел, давайте с вами, подступая к этой чаше, вспомним о самом главном. Какой ценой мы с вами куплены. Еще раз всех с праздником. Храни вас Господь.